Доброго времени суток! Для вас, невзирая на погоду, вещает новый выпуск рубрики «Дайджест недели» на канале ЛД. И сегодня его проведу для вас я, Алина Шульц. Очередную порцию новостей визуальных новелл за уходящую неделю вы увидите через несколько секунд. Начать сегодняшний обзор мы хотели с выхода новеллы «Сладкий кексик», находившейся в разработке аж 5 лет. Но из-за проблем с модерацией в Steam ее выход чуть задержался. Обещаем, что поведаем об этой игре в следующем выпуске. А пока к другим темам. Создатели новеллы Little Green Girl продолжают редактировать графику в преддверии новой демоверсии. Их копилку пополнили еще несколько иллюстраций и спрайтов. Попутно с этим для персонажа Кристины в группе проекта выбирается каноничная фамилия из немалого количества вариантов. По словам авторов, финальный этап голосования состоится уже в Patreon. Да, мы прекрасно понимали, что из данной процедуры выжить какую-то сенсацию не выйдет. Но как вам такая новость? В предыдущем проекте авторов LGG, модификации булки кефира рок-н-ролл для бесконечного лета, мог быть полноценный эпилог. Понимаю. Один из вариантов концовки БКРР был представлен в группе модификации на днях. Он относится к тем давним временам, когда речи о полноценном проекте еще не шло, хотя какая-никакая текстовая база для этого имелась. Исходя из черновиков, история знакомых героев могла закончиться куда раньше, и после отбытия Семена из лагеря перед игроком возникал выбор, куда он в итоге приедет – к себе домой, в альтернативную версию Советского Союза или же в другой, неведанный ранее мир. А может и не уедет никуда, оставшись вожатым в лагере вместо Ольги Дмитриевны. В процессе работы над финальным эпизодом от концепции открытого финала было решено отказаться, и концовка модификации получилась линейной и, возможно, местами недосказанной. Однако разработчики довольны проделанной работой. Игроки, возможно, тоже. Пересказывать содержание чернового эпилога не будем, но вы можете сами с ним ознакомиться по ссылке в описании. А лучше почитайте саму БКРР, если вам, конечно, такое интересно. Сайкона Джокер, глава новеллы «Зайчик», опубликовал очередной бэкстейдж с озвучки ее персонажей. Если кто забыл, то напомним, что некоторое время назад не без помощи скромного мецената Максима Краснянского началась работа по озвучке игры, в которой приняли участие актеры театра, кино и дубляжа разного калибра. Среди них Ирина Киреева, Мария Овчинникова, Михаил Глушковский, Маргарита Корж, Ева Финкельштейн и Таисия Тришина, она же Сэй. Разумеется, это не весь каст, что прозвучит в «Зайчике». На днях список пополнила молодая и талантливая актриса Алия Насырова. На ее счету немало ролей в кино и сериалах, а также в озвучивании кино. В российской новелле девушка примерит на себя образ матери семейства главного героя – Карины. Ну-ка, доедай! Живо! Совсем немного осталось. Прекратите! Ну что за дети? Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... В корзине твои ключи, возле телефона. Не подначивай ребенка. Просто мала еще. По словам разработчиков, после слепых прослушиваний Насыровой и утверждения на роль, они отметили удивительное внешнее сходство актрисы с доверенным ей персонажем. А вот то, насколько этот факт помог ей справиться с озвучкой Карины, решать, как всегда, вам. Небольшой инсайт от Сайкона. Насырова озвучит помимо Карины еще одного персонажа. Но об этом вы узнаете когда-нибудь потом. Продолжаем тему озвучки. В новелле Дероха от создателей Солимани она также появится в скором времени. Конечно, к ней будут причастны далеко не мастера дубляжа, как в случае с «Зайчиком», однако здорово, что многие авторы вдохновляются примером Сайкона. Возможно, это только нам так кажется, но все же. На момент работы над данным выпуском уже занято несколько мужских и женских ролей. Одну из них исполнит наш коллега Саша Шуров. Стоит пожелать ему в этом удачи. Разумеется, все это еще только предстоит. Ведь в приоритете у Лювнаши и ее команды сейчас работа над первой главой мужской версии Солимани. Впрочем, после ее выхода Дероха будет активно доводиться до релиза. Так что записаться в стройные ряды озвучателей еще не поздно. Информация об этом, как всегда, в описании. Команда Graven VN представила трейлер грядущей игры World End Echo, правда на английском языке. Тем не менее, по первым ощущениям можно сказать, что все увиденное не режет глаз и не напрягает слух. Ну, кроме пары надписей, в которых можно углядеть старания машинного перевода. Эй, пес! Если мы не правы, поправьте нас в комментариях, будем рады ошибиться. Ты там не оху... Сейчас страница World End Echo проверяется модераторами Steam,
И как только проверка завершится, новеллу можно будет добавить в список желаемого. Ждем в общем. Авторы новеллы «4 встречи» сообщают о том, что демо-версия появится в Steam 29 мая. Все запомнили? Будь добры, помедленнее. Я записываю. В то время как графика для полной версии в целом уже закончена и ждет своего часа. Небольшой инсайт. Один из наших редакторов в закрытом режиме уже опробовал грядущую сборку новеллы и в ближайшее время, возможно до релиза демки, поделится своим мнением о том, что смогли выжать из своих ресурсов и творческих навыков писатель Илья Токачиров и художник Александр Городний. Основные новости на этом завершаются. Еще парочка ожидает вас в блице. Щелчок пальцами делает любую перебивку лучше. Демоверсия новеллы «Совиный лес» стремится к завершению. Разработчики из Dory Dreams сообщают, что почти готов текст. Код пишется, арты рисуются. Закончен рут ненависти для новеллы «Thousand Days Later». Всего в нем намечено 6 основных концовок и одна секретная. Дорабатывается графика. Художница Скади заканчивает обновлять спрайты Асуны. А художница вдохновения Вислень представила бонус-арт для патреон-страницы коллектива Nordic Scream Studio. Есть версия с частичным снятием наряда Натали. Но показывать ее мы не станем. Дабы не нарушать принципы сообщества YouTube. Сами понимаете. Контент для игры Rural Witch Hunter, о которой ни мы, ни сами разработчики уже давно не отчитывались, отдан на сборку в код. Все диздоки закончены, 95% ассетов тоже. Такими цифрами делятся авторы в своем паблике. Коллектив Moon Eclipse сменил паблик для освещения новостей разработки двух сторон Луны, а также показал одного из двух персонажей, которого предложили активные подписчики и поклонники проекта. Увы, раньше третьей части ее появления не запланировано, поэтому ждем и верим, что ей будет отведена какая-то более особая и яркая роль. Художник Reset Art показал фоновые арты для новеллы «Сурма». Хоть о ней уже почти 3 года не было известий, близкие источники уверяют, что разработка не заброшена и сейчас активно упирается в финансовый вопрос. На сайте Stop Game вышел обзор на квест «Корона из листьев». Несмотря на то, что из-за технических и концептуальных особенностей первый эпизод считается новеллой лишь условно, мы делимся данным материалом, поскольку из него можно почерпнуть несколько любопытных фактов. Как минимум то, что на сам формат гибридной новеллы разработчица с дуэта Лингрим вдохновила оригинальная трилогия игр Ace Attorney, где также креативно подошли к вопросу смешения квеста и детективной истории с выборами. Ссылка на превью в описании. Напоследок держите новый фон из грядущей новеллы Эфенези, как всегда в характерном для ее сеттинга, стиле и цветовой гамме, однако без сопутствующих элементов мира будущего. Кстати, паблик Local Storage напомнил о том, что изначально концепты Эфенези могли лечь в основу адвенчуры Биопоепсис, разработка которой велась между прошлым и позапрошлым годом, но была приостановлена из-за финансовых и творческих причин. Такие дела. А на сегодня у нас все. Проверяйте описание под роликом. Там есть все ссылки на упомянутые в ходе данного эпизода проекты и материалы. Оставляйте комментарии, ведь любая активность под видео помогает повысить интерес к нашему творчеству. А также ожидайте новые видео на канале LD. Всего хорошего и до новых встреч! Демоверсия новеллы «Совиный лес» стремится к завершению. Ты чихнул? Будь здоров, сугроб. Есть версия с Режьте чай. Есть версия с частичным... Каналья. У меня всегда какие-то проблемы с буквой «Ч».